Здравствуйте, это программа «Про город», я Никита Панин, и сегодня у нас в гостях Мариам Газиева, заместитель начальника отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС. Мариам, здравствуйте. Здравствуйте. О чем мы сегодня будем с вами говорить? Сегодня мы поговорим о контроле за экономической концентрацией. Ну, давайте сразу начнем с этого сложного понятия, что такое экономическая концентрация. Экономическая концентрация – это сделки, которые осуществляются хозяйствующими субъектами, то есть компаниями, и которые способны влиять на состояние конкурентной среды на товарном рынке. Как определить, что сделка может влиять на состояние конкурентной среды и, соответственно, относится к этой категории? На самом деле не все сделки подлежат государственному контролю. Речь идет исключительно о крупных сделках. Это те сделки, где суммарная балансовая стоимость активов компании превышает 7 миллиардов рублей. Речь идет о последнем отчетном периоде, то есть это последний финансовый год. А почему вот именно значение периода времени имеет здесь какое-то ключевое значение? Это определено законодательством, на самом деле, законом о защите конкуренции, что берется баланс компании за последний отчетный период в соответствии с отчетностью бухгалтерской, сверяется, сколько составляет баланс компании за год. И из этого уже делается вывод, подлежит ли сделка согласованию с антимонопольным органом, либо нет. На самом деле речь идет не только о компании, которая хочет приобрести акции, доли, имущество или права другой компании. Речь идет о ее группе лиц. Группа лиц, она определена статьей 9 закона о защите конкуренции. Это те признаки, когда одна компания владеет более 50% акций, если это акционерное общество, либо долями в уставном капитале, если это общество с ограниченной ответственностью. И уже исходя из этой суммарной балансовой стоимости активов, мы определяем, можно ли согласовывать с антимонопольным органом эти сделки. Пока мы совсем не запутали телезрителей, давайте я уточню. Правильно ли я понял, что мы сейчас говорим о сделках, размер стоимости компании, в которых 7 миллиардов рублей? Или да. Это стоимость сделки непосредственно? Нет, это не стоимость самой сделки, это именно стоимость активов компании. Угу. То есть, и второй, соответственно, фактор – это то, что одна компания приобретает другую компанию, при этом беря больше 50% ее активов. Да, обязательно нужно, чтобы было условие, что приобретается больше 50% долей акций другой компании. То есть, если в этой сделке выполняется лишь одно условие, то под ваш контроль она не попадает? Ну да, то есть, если это будет меньше 7 миллиардов, то она не будет считаться в соответствии с законодательством крупной сделкой. В памяти всплывает, возможно, нашумевшая новость, которая всем знакома. Яндекс покупает Тинькофф. Это входит в деятель, ну, в категорию тех сделок, которые рассматривает ваше ведомство или всероссийское, федеральное? Да. Какие сделки подлежат? На примере Московской области можете привести какие-то примеры вот таких крупных компаний, что такое происходило? По наименованиям я конкретно вам не могу сказать. В Московской области, конечно, тоже согласовываются сделки, но они случаются не так часто, потому что все-таки стоит учитывать, что это регион, и крупных компаний не так много, если мы, допустим, возьмем всю территорию Российской Федерации. Поэтому, если говорить о крупных сделках, то чаще всего они согласовываются с ФАС России. У нас тоже есть сделки, которые согласовываются в нашем управлении, но не так часто, как в ФАСе. Мы примерно поняли, о чем речь, но давайте выясним, почему такие сделки необходимо контролировать. Что будет, если этого не делать? Такие сделки подлежат госконтролю, а конкретнее антимонопольному контролю, потому что они способны повлиять на состояние конкурентной среды на том или ином товарном рынке. То есть может произойти усиление доминирующего положения и монополизация рынка, что не есть хорошо. Чем это для обычных людей, чем чревато? Для обычных людей это чревато тем, что у потребителя элементарно не будет права выбора, какие товары они хотят приобрести. Допустим, если есть крупный участник рынка, и он реализовывает, ну, допустим, потребительские товары, и потребитель у него их покупает, и ему не нравится качество, ему не нравится цена, но у него нет права выбора пойти в другую компанию, в другой магазин, приобрести по более выгодной цене, потому что на рынке нет конкуренции. Вот к чему может привести отсутствие контроля
за такими крупными сделками. И, соответственно, если останется только один производитель, ему ничто не мешает повышать цены до определенного уровня. Ну, конечно, да. Он может просто элементарно злоупотребить своим доминирующим положением на рынке. В том числе устанавливая монопольно высокие цены, монопольно низкие цены. Многие не понимают, почему законодательно закреплена монопольно низкая цена, вроде бы хорошо, кажется потребителю, но низкая она, ну и что? На самом деле все это тоже делается с целью того, чтобы не было устранения конкурентов с рынка. Как правило, такие цены не устанавливаются на непродолжительное время с целью привлечения потребителя. Да? Потребитель приобретает этот товар, дальше другие участники рынка не выдерживают конкуренции, уходят с этого рынка и остается одна компания. И дальше она, соответственно, вернется к тем ценам, которые были, либо вообще может увеличить эти цены. И уже у потребителя не будет права выбора купить это где-то еще, потому что осталась одна компания. Вот так можно злоупотребить своим доминирующим положением. Если то есть понижение цен – это тоже нечестная игра получается? Конечно, да. И она в том числе не только на предпринимательство негативным образом сказывается, но и на потребителя в конечном итоге. Давайте вернемся к крупным сделкам. Каким образом вы в вашем ведомстве узнаете о том, что такие сделки совершаются, и как вообще проходит процесс их согласования? На самом деле компании самостоятельно направляют в управление ходатайство о том, что они хотят заключить сделку между собой по приобретению, допустим, ну, долей в уставном капитале. И мы уже в течение месяца после поступления такого ходатайства рассматриваем и принимаем решение согласовать эту сделку, либо отказать в согласовании сделки. На основании чего вы решаете, как вы приняли решение? На самом деле, вот если исходить из той практики, которая в управлении у нас сложилась, часто хозяйствующие субъекты выбирают направить ходатайство и согласовать сделку, несмотря на то, что она согласовывается в рамках группы лиц, и на рынок это никак не повлияет. То есть компания не укрупнится от этого, если они заключат сделку, потому что они заключают ее между собой. Но, тем не менее, они страхуют себя для того, чтобы сделка была чистой и не была оспорена в суде. Вот такая практика у нас есть в управлении. У нас не было отказов, потому что, как правило, на рынок это не влияло. Еще были случаи, когда сделки заключались между хозсубъектами, которые не являются между собой конкурентами. То есть, опять-таки, нет влияния на рынок. Они совершенно на разных рынках, и на конкуренцию это никак не повлияет. То есть основной критерий, если как раз создаются такие условия, что у потребителей не остается выбора. Ну да, если это приведет к усилению доминирующего положения или монополизации рынка, то, скорее всего, будет отказ. Либо антимонопольный орган согласует эту сделку, но выдаст обязательно предписание о том, чтобы была обеспечена конкуренция на товарном рынке, которую нужно исполнять. А что будет, если участники сделки все-таки проведут ее, не уведомив антимонопольный орган? За это предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях на должностных лиц и на юридических лиц налагается штраф. В том числе антимонопольный орган в соответствии с законом о защите конкуренции имеет право обратиться в суд за признанием данной сделки недействительной. То есть, если сделка была совершена, и действительно это приведет к каким-то плачевным последствиям для рынка, то ее можно аннулировать? Ее можно обжаловать, да, и признать недействительной. А как на практике это будет выглядеть? У нас такой практики не было, а обжалований тоже не было, но просто эта сделка будет аннулирована, и компании, они не будут в одной группе и не будут осуществлять совместной деятельности. То есть, все будет так, как было раньше. Доля останется неизменной, доля компании на этом рынке. А вообще были в практике случаи, когда действительно приходилось через суд сделки аннулировать? У нас такой практики не было. Все сделки, которые поступали к нам, они согласовывались и принималось решение о заключении такой сделки. Я думаю, из нашего общения телезрители достаточно узнали о таком явлении, как экономическая концентрация и чем грозят для рынка такие крупные сделки, которые могут привести к монополизации. Но, чтобы подвести итог, может быть, еще раз напомним о том, почему эта работа, проводимая вами, имеет такое большое значение. На самом деле, несмотря на то, что многие не знают, что такое экономическая концентрация, она имеет важное значение для рынка. Если не осуществлять контроля в данном направлении, то это может привести к тому, что у потребителя не будет права выбора, какой товар ему приобретать, и с большей вероятностью это может привести к повышению цен на рынке.
и недобросовестному поведению доминирующего хозяйствующего субъекта. Я думаю, что за то, что вы проводите работу для того, чтобы этого не случилось, нам всем стоит сказать спасибо вашему ведомству. И это был очень интересный разговор. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.